На помидорные бои в городке Кильон вышли тысячи чилийцев. На специальном стадионе их ждало 50 тонн томатов, которые тут же превратились в метательное оружие. Те, кто не хотел участвовать в веселье, просто понаблюдали со стороны, но, похоже, все равно получили удовольствие. Это здорово! Музыка, атмосфера, все здорово! Впрочем, вскоре томатный бой так раззадорил участников, что защита потребовалась и зрителям. Пришлось прикрываться стульями, чтобы шальной помидор не попал и в них. То, что они делают, это здорово, но не нужно бросать в зрителей. Некоторые участники томатной битвы сошли с дистанции. Я действовал неплохо, а затем почувствовал удар и упал. Я поднялся и продолжил бросать, но потом лицо разболелось, и лучше было уйти. Но это мелочи, не более того. Главное — принять участие в битве и весело провести время. Помидоры для боя предоставили местные фермеры. Впервые такое мероприятие прошло здесь 4 года назад, его организовали жители Кильона. Помидорные бои также ежегодно захватывают испанский городок Буньоль в провинции Валенсия. Там этот праздник называется «Ла Томатина» и проводится с 1944 года.